Добрый вечер, друзья. Сегодня одно упражнение, которое обещала вам дать. И тема все такая же. Это кто я, где я, какой я. Собственно, на познание себя. Очень многие приходят с тем, что я знаю все, но я знаю себя, но... Если вы действительно хотите узнать, на что способен ваш организм, ваша сила, ваша энергия, ваши мысли, вам очень важно для себя обозначить, что мне интересно, что меня интересует, что меня притягивает, как магнит, что, чего я остерегаюсь, с какими людьми я хочу контактировать, что для меня максимально интересно, что для меня важно, что для меня нужно и как это мне все дается, через что мне это все дается. Если я понимаю, что я где-то не вывожу, где-то в отношениях, где-то в состоянии, где-то в каком-то моменте взрослости, то я это начинаю постепенно расширять, в это погружаться, больше уделять этому внимание и тем самым вывожу себя сам. Еще один момент, который, наверное, очень повлияет на ваш выбор, это момент взаимодействия с другими. Когда я понимаю, что с другими я взаимодействую, в принципе, вот так, либо я их остерегаюсь, либо я играю в роль мышки, да, я где-то всегда сзади, я где-то всегда вдалеке, то, соответственно, это все, ну, никак меня не выращивает как личность. Еще один момент – это какие локусы, фокусы я умею выделывать. Это в отношениях я избегаю ли я работы, нападаю ли я часто. Посмотрите на себя со стороны, что вы делаете обычно в отношениях с близкими, в отношениях с родителями, на работе, с коллегами, с там, детьми. Это очень важная фишка, которая дает возможность вам больше и больше осознавать и создавать. Если вы понимаете, что да, это здорово, это прекрасно, но не для меня. Отлично. Еще один момент, который влияет на ваши выборы, это жизненный сценарий. Если вы понимаете его важность и выполняете, то вы идете в нужном направлении. Если нет, то меняете. И для себя еще один момент я выделила. Это работа с внутренними убеждениями. Если вы понимаете, что они у вас есть, и знаете, какие и как они работают, то вы их можете полностью исключать. Это работает.